открывается большой вид на перрон. Тот перрон, который построен на федеральные деньги и реконструирован в взлетно-посадочном полосе. Была приобретена еще туда земля, города Артема, да. Можно развивать привокзальную площадь и сопутствующие бизнесы, гостиницы, все, что необходимо. Да, даже побольше. Больше здесь, значит. Даже побольше, потому что я просто позволение больше 5 гектаров. Данный инструментальный контроль качества топлива является пятым этапом в числе контроля топлива до поступления к воздушному судну. Выполняется с помощью приспособления обнаружения загрязнения топлива. В ходе протяжки на индикаторе появляются контурные пятна. На желтом лепестке индикатора наличие воды, на белом. Установку «Ястреб». С ее использованием мы пробурили 15 самых длинных по протяженности скважин в мире, включая абсолютный мировой рекорд в 2005 году при глубине моря 14 метров. Наше дальнейшее развитие проекта связано с... Молодец, Лев Иванович, здорово, молодцы. Спасибо большое. Спасибо, Лев Иванович. Сегодня мы, кроме того, вот сегодня мы приступаем. Сегодня начнется. Вот сегодня мы, закладываем первый камень и начинаем движение. То есть между закладкой первого камня и реальным строительством много времени не пройдет. Хорошо. Проект реализуется у нас с привлечением передовых мировых. Владимир Владимирович, разрешите произвести закладку первого камня нефтехимического комплекса. Давайте, Денис Павлович, вперед. Спасибо. А там спецназ за вашей спиной стоит, Роснефть. Пускай подходит сюда.